Всем привет! В сегодняшнем видео я буду впервые краситься вот этой палеткой от бренда W7, которая называется On The Rocks, и она полностью копирует палетку от бренда Anastasia Beverly Hills. Субкультура, которую, к сожалению, уже нигде не найти, и, в принципе, нигде уже не найти нормальные дюпы на эту палетку, остались только подделки. Но я не просто буду ей краситься сегодня, я буду краситься еще и вот этой палеткой от бренда Revolution, которая тоже является копией на палетку от Anastasia Beverly Hills. Единственное, что здесь на один оттенок больше, здесь 14 оттенков, а здесь 15. Здесь есть черный, которого нет здесь. Эта палетка называется Iconic Division, она у меня уже давно. На самом деле я захотела субкультуру уже тогда, когда ее сняли с производства, и ее уже нигде было нельзя достать. Тогда я вот купила эту палетку. И все-таки меня не отпускала мысль попробовать что-нибудь еще другое. Я заказала эту палетку на сайте iHerb. Мне кажется, это единственное место, где мы можем заказать палетку W7, именно эту. Потому что у нас хоть в Литуаль и представлен этот бренд, но именно этой палетки там нет. У меня сегодня необычный формат. Я никогда не делала макияж заведомо одинаковыми палетками. Сегодня сделаю. На одном глазу у меня будет эта палетка, на другом эта палетка. Не знаю, может быть, сейчас вы уже видите, что где и насколько они сильно отличаются. А чтобы узнать, как они работают, давайте посмотрим, как я ими в итоге накрасилась. Здесь тогда будет палетка On The Rocks от W7, а здесь будет Revolution. Сначала нужно нанести базу, я нанесу базу от By Beauty Bay. Не буду наносить какую-нибудь там PUE, что-то такое особенно серьезное. Нанесу базу, которая немного попроще, во всяком случае, в плане стойкости. Я думаю, что можно начать с бровей, как раз пока базу сядет. Самая главная разница, здесь есть черный, а здесь нет черного. Но тогда я возьму самый просто темный оттенок отсюда-отсюда. Набираю оттенок Last Call. Вот здесь есть зеркало, и это хорошо. Вроде ничего так, хотя я вижу немного фиолетовый. Потом буду использовать те же самые кисточки, поэтому буду чистить вот такой чистилкой для кисточек от Catrice. Я вот смотрю сейчас, мне кажется, эти оттенки прям разные. Сейчас я их посвочу сначала. Оттенок Last Call. Блин, он темно-коричневый, где фиолетовый мне виделся. Здесь вот этот оттенок. Они прям разные. Я подозреваю, мне придется как-то смешивать. Ну, давайте я попробую. Ну, мне кажется, намного более фиолетовым. Сюда не посмотришься. Ой, здесь я прям вижу действительно этот самый лиловый подтон. Но опять же, не сильный. Сейчас еще. Для моих бровей не подходит. Значит, будем знать. База до конца не высыхает. Значит, ее надо закреплять. Здесь я беру оттенок Moscato. Это, конечно, достаточно цветной оттенок. Но он, кстати, ничего так перекрыл. Здесь беру этот оттенок. Он как-то сильнее набрался гораздо. И он пигментированнее, что ли. Это вообще аналог ли? Он реально пигментированный. Это не просто цвет для закрепления базы. То есть посмотрите, какая большая разница. Этот оттенок и этот. На свою я. Потому что мне как-то это не нравится. Они разные получились. Да, мне кажется, просто Revolution более рыхлый оттенок. И он набрался лучше. Но сейчас более-менее, да? Я хочу сделать более матовый макияж и, наверное, более зеленый все-таки. Я беру зеленый оттенок Magnum. Буду затемнять им уголок. Вау! И осыпается. Это у меня бочонок от MAC. Очень насыщенный цвет. Просто, блин, очень насыщенный. Так, это надо срочно убрать, прям сразу. А то потом замучаешься. О, убрался вроде бы легко, не, немножечко размазался. Чуть-чуть вот здесь размазался, но ладно. Я использовала вот этот, а здесь вроде бы то же самое, но и чуть-чуть по-другому. Похоже, это вот этот оттенок здесь, но он совсем не такой. Ну, посмотрим, как он нанесется. Ну да, он уже сразу не такой, конечно, пигментированный. Здесь побольше контроля, и все же чуть-чуть другой цвет. Он полегче как бы в использовании. И мне нужно его еще набирать, чтобы добиться такого же цвета. Я не знаю, я сейчас, наверное, должна много раз его набирать. Он более теплый, чем вот этот. Нанеслись они примерно одинаково, хотя мне кажется, как будто вот этот ровнее, что ли, лег. Хотя этот тоже неплохо лег. Короче, я беру отсюда вот такой более холодный желтый, наверное, лимонный, он называется Пина Колада.
на кисточку от Valerie D, которая смесь с козой, которая торчит в разные стороны. И буду здесь тушевать сверху. Ну, цвет есть сразу, хотя я набрала достаточно слабо. Ничего, кстати, очень даже ничего. Прямо даже прекрасно. Теперь здесь я набираю вот этот оттенок. Он действительно соответствует. Он больше набирается, как-то более рыхлым. Мне нанес это уж прекрасно. Я должна сказать, я когда красила с этой палеткой раньше, мне всегда не хватало пигментации, а сейчас как-то нормально, может, дело в пальце. Я хочу взять оттенок Martini Olive и нанести его на всю подвижную веку. У меня более матовый сегодня макияж. Ох, осыпается. Наверное, похоже на субкультуру, кстати. Это кисточка из палеток Анастасии. Не знаю, тушевка прям прекрасная. И пигментация тоже прекрасная. Все хорошо. Смотри, вообще тут оттенок используется. Я беру здесь оттенок такой. Да, но у него пигментация послабее. Совсем плохо он наносится. Хотя он тушуется хорошо. Но да. Ну, по сравнению с этим, он слабее. Надо его прям наслаивать и достраивать. Ну, вот здесь вот он как-то, да... Очевидно, да, как здесь он поярче, а здесь он послабее. Немного здесь как-то неоднородно сейчас получилось. Здесь поровней, хотя странно, у меня обычно здесь все хуже из-за глаза. Вот, а здесь обычно получше. Сейчас я не знаю, что туда нанести. Еще это, что ли, оттенок как-то. Беру оттенок Maraschino Cherry на смаджер. Буду им подводить. У меня, кстати, здесь еще осыпалось. И здесь осыпалось. Неплохо нанесся, но как-то... чуть менее ярко, чем я ожидала. Значит, здесь ему соответствует вот этот оттенок, и прям даже видно, что он вообще другой. Он намного светлее, но посмотрим, может быть, он у нас... Зато он там намного светлее, а здесь это какой-то... Я осыпался немного. О боже, почему он такой здесь яркий? Он совсем не таким смотрелся. Я еще набрала из палетки W7, чтобы сравнять эту яркость. Кстати, осыпашки убираются, потому что, наверное, они сухие, матовые. У меня здесь получился косяк. Я вот сейчас даже вижу, как этот оттенок по центру куда-то начинает уходить. Вот он именно вот из этого места куда-то исчезает. Наверное, каждый раз, когда я прикрываю глаза. Ну, у меня такая фигня с матовыми, к сожалению, бывает на подвижном веке. Потушую я оттенком Body Shot. Он так сильно набрался, я не ожидала. Какой же он интересный. Нужно будет с ним сделать отдельный макияж. Теперь возьму отсюда этот оттенок. Также хорошо набрался, но я сейчас поосторожнее его набрала. Я беру другую кисточку от Анастасии. И оттенок Champagne Toast я нанесу на подвижное веко. Он насыпается, естественно, вот сюда. Нет, я слишком много стряхнула. Ой, он какой-то фиговый. Знаете, супер сухой сатин. Что это такое вообще за бред? Ну, как бы, может, он типа такое обозначил присутствие. Но его практически не видно. Здесь он совсем другой. Но он тоже не блещет вообще-то качеством. Но сейчас проверим в сравнении. Ой, да, он точно такой же. Вернее, он не точно такой же. Он по качеству такой же фиговый. Он ложится какими-то кусками. Блин, да чё же они такие фиговые оба. Возможно, на липкое что-то или влажным способом нужно, да? Ой, ребята, сейчас я вот не хочу сюда матовые себе портить. Давайте я просто попробую пальцем. Пальцем я отсюда наберу. Именно прибиваю. Даже пальцем фигово. Теперь отсюда пальцем. Вообще, я в этой палетке никогда им не пользовалась. После того, как я его посвочила, я поняла, что не, он мне не нужен. Что-то сейчас меня потянуло. Он вообще какой-то белый, он другого цвета, и он не наносится, гад. Ну давай, ну хотя бы зеленым будь. Не, он вообще другой, он фиговый. Я не знаю, кстати, у Анастасии точно такая же фигня с этими цветами. То есть у меня сейчас получается как будто два разных глаза из-за этого. Еще у меня тут осыпашки всякие образовались. Кстати, здесь нет, а здесь да. Оттенок Sugar Rim. Он такой, насколько я помню, он должен быть типа дуохромным. Вот как-то он наносится. Я думаю, что влажным способом, наверное, нанести все это можно, но тогда снизу матовых, наверное. Тут лучше какая-нибудь клейкая база. Вроде бы прикольный, а вроде бы ничего и нет. Здесь этот такой же, насколько я помню. Ну да. Кстати, только он сияет получше, но его так сложно наносить. Он хуже даже нанесется, чем этот.
подведу глаза, накрашу ресницы и вернусь, поговорю. Снизу я подвела карандашом таким зелененьким от Буржуа, а сверху вот таким карандашом от NYX. Если вот так просто смотреть на оба глаза, кажется, что вообще ничего не отличается, наверное, почти. Разница в первую очередь бросается с вот этим цветом. У Revolution он совсем не такой, он по-другому смотрится. Этот оттенок как-то еще более-менее, мне кажется, этот совсем кусками. Ну, может быть, не знаю даже. В общем, оба они мне не нравятся. И у меня вот этот матовый, посмотрите, здесь он прям все равно исчезает. Я не знаю, поглощается. Вот. Все, его нет и нет. Вот здесь он исчезает. То есть он не подходит мне для подвижного века. Потому что везде он нормальный. Здесь все нормально с матовым. По идее, в итоге все получилось примерно одинаково, хотя, конечно, есть разница. Здесь цвет чуть более вот этот темный, он чуть более холодный и более насыщенный. Здесь посветлее цвет и он потеплее. Но во всем остальном очень все похоже оказалось. Хотя, конечно, я скажу, что здесь пигментация в целом послабее, чем здесь. Здесь у меня осыпашки только здесь остались. Из-за вот этого цвета и из-за того, что он не супер сияющий, и тут блесточки маленькие. А здесь у меня достаточно обширные блестки, потому что здесь все-таки крупные они в этом оттенке. Ну вот так. Ну, в целом мне нравится подборка цветов, красиво и красивые цвета, да, но, конечно же, есть к чему придраться, конечно. В этой палетке, кстати, была кисточка, я совершенно про нее забыла, и она пытается как бы повторить кисточку из палетки от Anastasia, но разные, то есть вот это вот из W7, это из Anastasia. Так как эта палетка у меня новая, я скажу, что в принципе о ней думаю. Она оказалась такой же, как я ожидала, я смотрела на нее обзоры, и все в принципе у меня так же и получалось с ней, за исключением, может, некоторых моментов, о которых я забыла, и меня немного удивило, например, как вел себя этот сияющий оттенок и как не очень засиял вот этот оттенок. Но в целом матовый, зеленый и все остальные здесь оттенки, они такие вполне себе неплохие, хорошие, я бы сказала. Я даже не знаю, насколько она близка к Анастасии. У меня никогда не было той палетки, чтобы сравнить. Я помню, что люди говорили, что это полегче в использовании палетка. На самом деле вопрос пигментации я не знаю, потому что, с одной стороны, некоторые оттенки тут безумную давали пигментацию. Так что я считаю, очень даже она неплохая. И, насколько я знаю, это единственная палетка, которая сейчас копирует субкультуру. Есть копии, просто копии, без названия, которые говорят, что они Анастасия Беверли Хиллз. Но это единственный бренд, который продолжает делать эту копию. Остальные все перестали почему-то. Видимо, потому что Анастасия перестала делать свою палетку, и они перестали. Поэтому, видимо, эта палетка стоит дороже, чем все остальные от бренда W7. Она стоит где-то 1200 рублей, но я ее купила по скидке за 1000. Все равно для бренда W7 это достаточно высокая цена. По-моему, все палетки их стоят около 700 рублей. Примерно, наверное, как это, да? А это где-то стоит около 500 рублей. Сейчас, может быть, чуть подороже. Эта палетка у меня достаточно давно, у меня не было на нее никакого обзора. Я ее купила, когда прям с вас ходила по зеленым. Я в целом ей тоже довольна, потому что я знала, что не нужно ничего особенного ожидать. Мне просто нравится эта гамма. Мне нравится даже, что здесь сдержанные оттенки. И с другой стороны, я даже не ожидала, что у меня получится практически такой же макияж. Хотя, надо признать, что палетки немного разные. Они похожи. Но мне кажется, что вот эта палетка как бы и не предполагает того, что будут особенно насыщенные макияжи, несмотря на то, что у меня достаточно насыщенный, мне кажется, получился. Но я наслаивала, все-таки наслаивала. А эта палетка пытается повторить вот эту пигментацию от субкультуры. На сводчах сверху палетка W7, снизу палетка Revolution. Если присмотреться, многие оттенки Revolution кажутся более пигментированными, но на самом деле все дело в рефилах, потому что в палетке Revolution намного удобнее набирать оттенок на палец, чем в палетке W7, и некоторые оттенки из Revolution получше посвочились. Но в целом, я все равно считаю, конечно, разница небольшая, но видна. Мне понравилось сделать макияж таким образом. Очень прикольно, но долго. Я не знаю, как долго я потом буду это все монтировать. Я долго тут перебирала туда-сюда с палетками. В момент, когда я это говорю, я напишу про стойкость теней, как они продержались на базе, куда что делось. Да, минус был, кстати, уже понятное дело, что чуть-чуть этот оттенок сходил. А на этом все. Буду ждать ваши комментарии по поводу палеток.
по поводу особенно этой палетки, потому что она все-таки у меня сегодня была на испытании по поводу моего макияжа. Всем спасибо за внимание. Пока!